І ми продовжимо обговорювати цю тему з нашим гостем. Долучаємо до ефіру Юрія Арашкіна, політичного та громадського діяча в Сполучених Штатах. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Спасибо за приглашення. І перш за все, я б хотіла вас розпитати, ми будемо говорити про допомогу від США Україні, але перш за все, вашу оцінку цій заяві Трампа за 24 години закінчить війну. Що це? Я думаю, что для того, чтобы слить Украину, не потребуется даже 24 часа. Потому что для того, чтобы Трампу бросить Украину и сказать, вы идите договаривайтесь с Путиным прямо сейчас, это один звонок очень быстрый. Он уже провел такой один звонок, после которого получил импичмент, пока был президентом. Поэтому ждать от него каких-то ромашек и цветочков нужно быть каким-то неимоверным розовым пони, которым, мне кажется, ну просто опасно находиться в Украине, потому что Трамп неоднократно заявляет о своей враждебности к Украине и своей дружбе и хорошим отношениям к Путину. Он обожает Путина, Ким Чен Ына и всех сильных людей мира сего, и он считает, что он хочет быть одним из этих как бы крутых пацанов. Поэтому говорить о том, что он за 24 часа может сделать что-то хорошее, ну это просто невозможно представить. Это такие как бы сказки, которые можно себе рассказывать, но это очень опасные сказки, потому что он просто договорится с Путиным за спиной Украины, как он сделал с Афганистаном, когда он договорился с талибами за спиной афганского государства, власти, и после этого их слили, и мы видели, что произошло в Афганистане. Так что я боюсь, что если президентом станет Дональд Трамп опять, то Дональд Фредович устроит что-то очень похожее на Афганистан, но только теперь это будет в Украине, и это будет без наших войск, это будет, ну, это будет страшно. Поэтому очень важно, чтобы американцы проснулись и поняли нашу задачу как нации, которая поддерживает порядок в этом мире, чтобы не вестись на такие 24 часа заявления. Наш президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Four Channel вже відповів на це. Він, по-перше, запросив Дональда Трампа до Києва. І він зауважив, що це неможливо вирішувати без України. Як ви вважаєте, Трамп може приїхати до Києва? Сумніваюсь, учитывая, що він боїться всього, включая дождика, который шел в день, когда отмечали конец Первой мировой войны, он не хотел пойти на солдаты, на могилы американских солдат во Франции, потому что шел дождик. Я не думаю, что, так сказать, он решится поехать в Украину. С другой стороны, учитывая отношения между Трампом и Путиным, возможно, самое безопасное время в Украине – это когда Трамп в Украине. Потому что тогда мы понимаем, что Путин будет сдерживать свои, чтобы, не дай бог, как бы, так сказать, не навредить своему человеку, который там, ну, его не будет, Трампа не может быть в Киеве, это, ну, так же, как он не может похудеть, он не может перестать быть оранжевым. Для него некоторые вещи, ну, невозможны. Так что я думаю, что это замечательный троллинг президента Зеленского, но я не думаю, что... И с Трампом нужно общаться на уровне троллинга, это так, он общается с другими людьми. Это уровень, который детского сада, который он понимает. Поэтому я думаю, что это замечательно пригласить его в Украину. Пусть он думает о том, как из этого вывернуться. Ну, конечно, он скажет, что он не хочет, не поедет, и все. І тоді переходимо до нинішніх реалій. Допомога від Сполучених Штатів Америки Україні на паузі. Останній військовий пакет звіти надавали 27 грудня. І досі чіткого розуміння, наприклад, от у нас немає, коли проголосують додатковий військовий пакет у 61 мільярд доларів. Які ваші прогнози і найцікавіше, на що ви спираєтеся у них? Я вижу, что есть широкая двухпартийная коалиция, которая заинтересована и в том, чтобы помочь Украине, и в том, чтобы помочь Израилю, и в том, чтобы помочь Тайваню, и в том, чтобы обезопасить нашу южную границу в Соединенных Штатах. Но это широкая коалиция, которая включает двухпартийную поддержку и в Сенате. Естественно, президент уже согласился на все, что угодно, потому что мы, так сказать, ну, есть понимание у американцев, что сейчас республиканцы, которая вот эта вторая часть с другой стороны коалиции из всех разумных людей, а с другой стороны мы наблюдаем спикера Джонсона, время которого, возможно, уже истекает, как спикера, которому Дональд Трамп сказал «не соглашайся».
Я против любой сделки, потому что с точки зрения, ну, политика, вот, циничного, невероятно циничного политика, лучше проблему не решать, пока, по крайней мере, ты не окажешься у власти. Поэтому Трамп не хочет, чтобы каким-то образом этот пакет сейчас проходил. Джонсон зависит от Трампа, и при этом страна должна двигаться вперед. А любые переговоры с демократами ставят под угрозу существования Джонсона. Правда, демократы предложили, что, возможно, они покинут помещение, когда за предложение помощи Украине спикера Джонсона могут попытаться вообще перестать, чтобы он был, не стал спикером. И это может... Мы такого не видели в Соединенных Штатах. Этот уровень драмы, который мы привыкли видеть в других странах. А тут вот он может быть такое. Но на этой неделе Сенат должен проголосовать за пакет помощи. Посмотрим, что произойдет со спікером Джонсоном. Пане Юрію, я зараз процитую. Росія може виграти війну за лічені тижні, якщо Конгрес не надасть додаткову військову допомогу. Це, я цитую, помічників Байдена. Вони заявили це на закритому засіданні в Конгресі. Їх цитують NBC News. І водночас спікер Палати представників, якого вже згадали, Майк Джонсон, у коментарі телеканалу Fox News каже, що це саме Білий Дім не надає навіть мінімально необхідної підтримки. Мається на увазі озброєння. І ми вже неодноразово чули, як республіканці критикують Байдена саме за те, що він недостатньо, він не дає далекобійне озброєння, ті ж самі Атакамс. Як ви вважаєте, оцей політичний футбол, як довго він може тривати? Понимаете, этот политический футбол зависит от того, что, во-первых, нужно помочь Украине срочно, и эти деньги решат эту проблему настолько, насколько это возможно, потому что мы сейчас об этом уже слегка подзабываем, но когда первоначально этот пакет помощи был объявлен, в нем больше помощи, чем Украина получила до того. Соответственно, это увеличение помощи, это есть много желающих за это проголосовать. С другой стороны, в этом же законопроекте есть большая помощь республиканцам по поводу южной границы. И сейчас очень важно донести до республиканцев, что та сделка, на которую президент Байден, если только республиканцы смогут за нее проголосовать, это самая лучшая сделка, которую они как видит, потому что президент Байден согласился на изменения в американском законодательстве за то, чтобы можно было продолжать помощь Украине. Это невероятная ситуация, но представить себе, что в такой ситуации, так сказать, сказать, знаете, а вот Трамп против, и поэтому мы не будем по этому поводу голосовать, это безумие. И интересно наблюдать республиканских конгрессменов, которые очень хотят проголосовать за этот законопроект, если им кто-то даст. І давайте тоді таку картину собі уявимо, тому що протягом 2 років, те, що я особисто спостерігаю, що це є такий баланс європейські країни, зокрема Британія, вони ніби стимулюють Європу, Німеччину, сусідню Францію. В той же час, якщо десь просідає Сполучені Штати допомагають, коли Європа гальмує це питання. Чи не стане оця пауза в допомозі військовій від Сполучених Штатів Америки сигналом для Європи не допомагати? Або навпаки, хто може підхопити зараз і допомогти Україні з європейських країн? Это интересный вопрос, потому что раньше, когда мы говорили про эту тему, о том, что же происходит, если Соединенные Штаты меняют власть, и в власти приходит националист, изоляционист, ну и по списку Дональд Трамп, то тогда Европа просто как бы сдается и складывается вдвое перед Владимиром Путиным, потому что если нет США, то нет Европы. И несколько месяцев, мне кажется, мы прожили в этом мире, и я рад, что мы из него выходим, потому что, чтобы не произошло на демократических выборах в Соединенных Штатах. И, скорее всего, Джозеф Байден выиграет свою вторую каденцию, и у нас еще будет 4 года постоянства внешней политики. Все равно в Европе произошло вот этот будильник, зазвонил, и они поняли, к счастью, что они не могут полностью рассчитывать на Соединенные Штаты. И Германия, которая раньше говорила о том, что, возможно, вообще им армия не нужна, теперь уже абсолютно развернули этот корабль свой в другую сторону, в другом направлении. Танк, не знаю, в общем, кому что нравится. И говорят о том, насколько важно Европе вооружать себя, и насколько, особенно когда вспоминается о том, что Европа передала, кажется, меньше половины снарядов Украине, которые должны
потому что, ну, оказывается, не хватает, оказывается, не так много, оказывается, они уже опустошают свои склады. Значит, нужно срочно восстанавливать ВПК по всей Европе, включая Украину, и при этом понимать, что сдаваться Путину нельзя. Я думаю, что если бы Путин хотел как бы заманить всех в ловушку, то ему нужно было бы остановиться. А когда он не останавливается, то это просто бесперерывно каждый день будильник о угрозе России, которую слышит весь мир. І ви заговорили за Путіна, і це ж гібридна війна, і ми розуміємо, що і Путін причетний до багатьох військових конфліктів, які на Близькому Сході спалахують. От, до речі, останні удари з боку проксі угруповання Ірану, в тому числі і по базі Сполучених Штатів Америки, наскільки вони відтягують увагу Сполучених Штатів? Это хороший вопрос, потому что Соединенным Штатам, с одной стороны, мы не полицейский мира. Это такое странное выражение, которое, мне кажется, американские политики абсолютно не приветствуют. Но мы хотим быть лидером в мире. И если Соединенные Штаты хотят продолжать оставаться лидером в мире, это означает реагировать на такие кризисы. Ну и к тому же это политика. Вот тут политический футбол. У меня на заправке цены выросли на 10-15 центов, потому что хуты или там пираты в Красном море устраивают то, что они устраивают. Это мы знаем, что цены на бензин могут плохо сказаться на настроениях американских избирателей о своем президенте, что как-то странно может показаться людям, которые, ну, смотрят по-другому. Но вот когда проблемы насущные, то вот такие хуты и цены на бензин. Соответственно, сколько мы можем на это реагировать и в какой момент будет та красная линия, когда будет понимание у Соединенных Штатов, у политиков, не только у генералов на пенсии, как Бен Ходжес, а у президентов, у действующих, уверенность, что нужно просто решать проблему под названием Россия. Потому что, когда мы смотрим на Иран, как сказал генерал Ходжес, кто главный союзник Ирана? Россия. Когда мы смотрим на хуты, кто главный союзник Иран? Все это почему-то все время завязывается на России. Даже когда мы смотрим на беженцев, которые бегут к нам из Латинской Америки, мы знаем, что там мы помогаем и Венесуэле, и, знаете, вагнеровцы по всему миру. То есть это вот это давление, которое происходит на нас, оно же так напрямую связано с Россией. Но вот эта решимость, это, знаете, никто... Не то, чтобы никто, а начинать горячую войну тоже не хочется. І це проблема, да. Пане Юрію, я дуже дякую вам за цікаву розмову і сподіваюся на скору зустріч. Це був Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч у Сполучених Штатах Америки.